Короче, привет. Я Саша. Привет. Здрасте. Тебе уже стрёмно. Надо в инсту прибавить? Нет, да, можно. Сашка Болт, травиться будем. Да, короче, у нас есть детское питание. Сейчас ничего не пойдет. Детское питание. Вот. Короче, вот из этой штучки мы будем вытягивать циферки, смотреть на ту циферку, вытягивать и есть. Ням-ням. Кто первый тянет цифру? Нет, давай ты. Нет, ты у меня в гостях. Цу-е-фа, цу-е-фа. В смысле? Я выиграла, ты проиграла, ты тянешь. Ладно. Троечка. Троечка, а что троечка? Троечка. Троечка. Пожалуйста, пусть это кролик. Короче, это салатик овощной. Он еще и с грушей. Мне тоже. Нет, давай по целой, короче. Ты что, глупая? Чин-чин. Чин-чин. Давай, раз, два, три. Ну как? Соли не хватает? Нет, кстати, она со вкусом, но я не скажу, что она очень отвратительная. Ну, типа, фруктовая какая-то херня. И груш чувствуется. Вот груши реально это все спасает. До свидания. Цветная капуста и картофель. Вкусно, вкусно, вкусно. Кать, какая. Фу, блин, нафиг. Фу, блин, нафиг. Давай, раз, два, три. Соли можно? Угу. Вот если сюда соль добавить, мне кажется, это будет вкусненько. Я жру соль. Это реально картошка с капустой. Я пробовала, короче, космическую еду, и вот это вот похоже. Ты пробовала космическую еду? Да, это похоже на это. Это та херня. Вот ты жрёшь какую-то жижу, но во рту у тебя вкус вот реально этой еды. Космонавты едные, блин. Четыре. Цветной капуста. Блин, она, смотри, какая жиденькая вообще жопа. Вот это есть будет? Три. Это невкусно. Mm-hmm. Это очень вкусно. Пипец, как невкусно. Фу, как невкусно. Сколько раз я сказала невкусно. Это сладкие. Это я хотела попробовать. Это 5 плюс месяцев. О, класс. Мы опять поднимаемся по карьерной лестнице. Смотри, она какая рыженькая. Салатик из сладких овощей. Короче, это, скорее всего, кукуруза. Да, это кукуруза, а морковка и этот, как его, тыква. Смотри. Гадость какая. Это, а нет. Короче, сначала почувствовала тыкву, а потом почувствовала кукурузу. Mm-hmm. Чуть-чуть попробовать. Вся эта фигня не очень. А мне нравится. Это вкусняшка из кролика. Это. Ура! Это можно надо мне побольше, пожалуйста. Почему это не вываливается? Как это открывать? Давай я открою хоть одну. Да. Ой, там даже вот кусочки вот кролика. Можно вот так вот, как это, как бьюти-блогеры. Бьюти-блогер. Я надеюсь, это типа вареное хотя бы мясо, а не сырое. Давай понюхаем. Вкусно пахнет-то. Пахнет вкусно. Ничего. Нет, пахнет прям кроликом. На, вот целую. Да спасибо, ешь. Нет. Короче, мы попробовали этого кролика. Да еще попробуй. Попробуй сама. Попробуй. Еще раз. Не, спасибо. Не надо, не стоит. Спасибо. Не очень. Это вот ужасно. Пробуйте, знаете что, пробуйте. Пробуйте пюрешки с яблочком там всякое. Да. Вот это вот сладенькое. Но если вы любите кукурузу, пробуйте сладких овощей. Она рыженькая, но, короче, там кукуруза прям чувствуется очень вкусно. Это цыпленок. Ну, то есть мы самое плохое сейчас, да, сожрём, да, всё полностью. Нет, там еще кабачок твой любимый остался. Ням. Не-не-не-не. На! Только не отдай мне половину. Открывай ротик, самолёт. Самолётик. За маму. За бабу. А это прям полностью за бабушку. И за дедушку. И за дедушку вон туда. Это намного лучше, чем кролик. Это прям терпимое. Ура! А, нет, не то. Это брокколи. Блин, она такая жиденькая. Зачем? Ой, это новые технологии. Она по-новому открывается. Ладно, чин-чин. Ну как? А я даже ничего не почувствовала. Безвкусная вещь. Ну, кстати, это лучше, чем все остальное. Как это открывают? О! Прям кайф, да, когда она такая чпоньк? Ура! Раз, два. Погоди, чаёчки надо сразу ручку взять. Раз, два, три. Это похоже вот на то, что мы до этого пробовали, только это мерзотнее. Угу. Пробуй.
Попробуйте чаечек. Пробуйте чаечек. И пирожечки. Сладкие. Сладкие, да. С фруктиком. Да. А не с какой-то фигней. Всем пока. Все. Пока. Вот теперь все.